Около 3500 вопросов, жалоб и предложений оставили жители округа в социальных сетях за минувший месяц. Все сообщения зафиксировал и передал в работу исполнителям Центра управления регионами Ямало-Ненецкого автономного округа. Большинство вопросов связаны с работой жилищно-коммунального комплекса, бытовыми проблемами северян. На втором месте вопросы социального характера, преимущественно о поддержке семей с детьми, инвалидов и пенсионеров. Медицинская тематика – работа учреждений здравоохранения на третьем месте по популярности. Четвертую строку в рейтинге занял коронавирус. И замыкают пятерку лидеров вопросы в сфере образования. Особо активно вопросы поступают с жителей Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги, а также на Дымского и Пуровского районов. Наиболее популярны у ямальцев социальные сети Инстаграм и ВКонтакте. Через них поступило 1700 и 1300 обращений соответственно. Эти же площадки ямальцы чаще всего используют, чтобы обратиться к губернатору округа. Руководитель Центра управления регионом Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Павлика сообщил, что до и во время прямой линии главе региона задали более 1500 вопросов. Все они зафиксированы системой инцидент-менеджмент. Им присвоена высокая степень важности. Все сообщения переданы в работу ответственным исполнителям, чтобы ямальцы получили ответы как можно скорее. Профильные ведомства сейчас над этим работают. Сообщить о любой своей проблеме можно как в социальных сетях, так и через мобильное приложение госуслуги.поз или виджеты на сайтах исполнительных и муниципальных органов власти.